Из чего состоит электронная сигарета и какие компоненты являются как раз опасной составляющей? Их, конечно, большое количество. Мы даже плазму подготовили для удобства наших телезрителей. Давайте прокомментируем, что же там внутри такого опасного для человеческого организма? Из этого большого количества можно выделить несколько таких групп главных. И первое и самое главное – это глицерин. Основа, из чего вообще появляется вот этот пар. Он в пищевой промышленности используется как загуститель, но в пищевой. Он опасен? Да, при нагревании он может вызывать сухость во рту, он действует на сердечно-сосудистую систему, и в нем могут активно размножаться бактерии. Следующее, сам никотин, который уже давно известен своим ядовитым действием, это природный алкалоид, который влияет на, в первую очередь, нервную систему, угнетая ее. Далее он повышает уровень адреналина в крови, а это воздействие на сердечно-сосудистую систему, повышение давления, тахикардия. И он помогает выделять гормоны счастья, дофамин, серотонин. Собственно, почему и люди привыкают к его употреблению. Дальше пропиленгликоль. Вещество, которое разбавляет глицерин. Он все-таки очень вязкий, да, чтобы... Как растворитель. Жижа стала пожиже. При его нагревании могут быть различные аллергические реакции, какая-то сыпь на коже, заложенность носа. Ароматические добавки. Наверняка вы слышали различные вкусы. Печенье, мед с шоколадом, молоком. Это, конечно, вызывает очень сильную аллергию. Тем более у людей, которые предрасположены к аллергии. Ну а металлы, никель, там, свинец, накапливаются в организме со временем и вызывают хроническую интоксикацию.